Утверждение, что самая яркая звезда на небосводе – полярная – заблуждение. На самом деле полярная звезда – путеводная, так как указывает на северный полюс мира. Вокруг нее вращается небосвод нашего полушария. А самая яркая звезда ночного неба – Сириус. До нее всего 8,5 световых лет. Это молодая звезда. Она в два раза больше и в 20 раз ярче нашего Солнца. Найти Сириус можно в созвездии Большого Пса.